«Культ Поход». Начало первого на часах и продолжается программа «Культ Поход». Очень рады вас приветствовать, наши уважаемые слушатели, ведущие Николай Голиков и Владимир Сметанин. И с большой радостью мы приветствуем и представляем наших гостей. Николай. Ну, как и обещали, сегодня будем говорить о том, чем нас в декабре будет радовать наша, без преувеличения, скажу, любимая Вятская филармония. Поэтому в гостях у нас сегодня, извините, первое лицо — Андрей Скальный, директор Вятской филармонии. Андрей добрый Борисович, день. Добрый день. Добрый день, очень рады, да. Первое лицо, так да. Хорошо. Ну, филармония — это первое лицо. Ошибся? Да нет, все правильно. По-моему, совершенно правильно. Вот. И гости нашего города, которые в очень скором времени выйдут на сцену нашей Вятской филармонии, дуэт баянистов из Новосибирска СИБ-ДУО, Александр Сироткин и Андрей Битюцких. Добрый день. Здравствуйте. Александр, Андрей, да, добрый день. Ваше выступление в филармонии состоится 9 декабря. И это далеко, конечно, не единственное мероприятие. Вот в эти предновогодние дни традиционное учреждение культуры очень богато на события. Ну, как ведь говорят, декабрь месяц сенокосный. В декабре. Это музыканты говорят. Ну, так, собственно, филармония — это музыкальное учреждение, как ни верти. Я напоминаю, что по правилам «Культ Похода» вы будете еще и вопросы задавать нашим слушателям. Они будут отвечать. 211-101, можно нам дозвониться и выиграть всевозможные призы, билеты, книги и так далее. Мы с Николаем Гульком. И в том числе на те самые концерты, о которых мы будем сегодня говорить. Хорошо. Ну что, сразу переходим к 9 декабря, да, чтобы время не терять. Потому что это ближайший концерт, поэтому... Слово, наверное, нашим гостям. Давайте нашим гостям из далекого города Новосибирск. Я читаю на сайте Тольяттинской филармонии, где вы выступали совсем недавно, об истории вашего дуэта. В 2007 году, когда вы учились в Новосибирской консерватории, по просьбе преподавателя вы объединились в ансамбль, ну, видимо, в дуэт или в ансамбль, чтобы помочь третьему студенту сдать экзамен. Экзамен был сдан, и вы... так и продолжили выступать вместе. Решили помогать и следующим студентам сдавать экзамены. И консерваторию, вот написано, что вы из этого бизнес. Заканчивали вместе, и с той поры вот вы прям какие-то спортсмены. Кубок мира и трофей мира у вас есть в запасе уже. Здесь написано, что дуэт одержал победы во всех значимых международных конкурсах баянистов и аккордистов. Во всех. То есть. Ну, давайте. Все, дальше уже некуда идти. Без скромности давайте мы познакомимся с вами, уважаемые Александр и Андрей. Александр, начинайте. Но если говорить про конкурсы, то это действительно так. Мы единственный в России коллектив, дуэт именно, который одержал все победы на всех конкурсах, которые есть, я так называю, в баяно-аккордеонном мире. Uh-huh. Вот, и конкурсы проходили в самых разных странах. В частности, вот один из самых сильных конкурсов, который мы выиграли, был в городе Зальцбурге. Это был Кубок мира как раз. Uh-huh. Это Австрия? Да, это Австрия, для того, ну, на, можно сказать, так, на родине Моцарта. Вот, и для того, чтобы туда попасть, нам нужно было получить туда путевку своеобразную, то есть мы должны были выиграть еще несколько конкурсов или стать лауреатами конкурсов, вот, в частности, в городе Клигентале в Германии мы выигрывали конкурс, и трофей мира выигрывали, он был, кстати, в Самаре, который проводил... достаточно известный человек Сергей Войтенко в нашей стране, mm-hmm. Баян Микс известный, mm-hmm. вот, и он организационные все моменты брал на себя, вот, но это был 13-й год, потом был 14-й, вот, и когда мы победили в Клигентале, мы получили путевку в Зальцбург, вот, и в Зальцбурге мы выиграли этот конкурс, но помимо этих конкурсов у нас... Что вы исполняли еще... непосредственно на этом конкурсе? Вы знаете, у нас всегда направление достаточно академическое, классическое, мы играем различные переложения, свою музыку играем. Мы свою, нескольких... в смысле, свою? Да, именно свою. Угу. Да. Написанную самостоятельно? Да, самостоятельно, и на сольных концертах мы играем. Вот, и у нас есть еще направление джазово-эстрадное. Вот, где мы также в этих конкурсах участвовали по направлениям. Кстати, в городе Кастельфидардо мы выигрывали эту эстрадную категорию. Кастельфидардо? Да, Кастельфидардо — это в Италии. В Италии. Да, это в Италии очень сильный такой, сильный конкурс, вот, где мы играем в сочетании с таким инструментом, который называется мелодика. Или пианик, вот у нас Андрей играет, он может быть более подробно. Это такая разновидность губной гармоники. Губной гармошки, вот, дуешь, только туда, большая, и да. И клавиши, да, как у фортепиано. Вот клавиши. Такой, довольно, ну, соответственно... затруднительный инструмент, мне показалось. Нелегкий. Но непростой, для... потому что у него есть очень специфическое звукоизвлечение. Угу. То есть надо контролировать очень. Сами его освоили или учились, брали уроки какие? А вы знаете, наверное, все пошло со времен обучения еще в училище музыкальном, в те времена назывались так. Меня дирижер посадил в ударные. Я хоть сам учился на баяне, но он меня посадил на ударные, где я благополучно освоил все, что там есть, всю кухню. И как-то с тех времен получилось так, что могу взять любой инструмент и достаточно быстро освоить его.
То есть где-то посмотреть, где-то поучиться, где-то просто ну, сообразить, как это должно делаться. И как-то вот с этим проблем никогда не возникало. Но кроме баяна-то у вас второй инструмент, фортепиано-то был в любом случае. На фортепиано фортепиано, да. Но здесь клавишные еще... освоить вам не составляет труда. Да, абсолютно. То есть вы... Вот сколько вам сейчас лет, признайтесь? 31. 31. 32. 31-32. И вы к этому возрасту уже прям в мире все завоевали, все, что можно. Как, неинтересно, наверное, дальше. Мотивация не пропала вообще? Неинтересно, наверное, нет, дальше. Нет, конечно. Все только начинается. Да. На что, самом еще, деле. Что еще можно выиграть в баянно-аккордеонном мире? Ну, сейчас мы... Мне кажется, сейчас можно просто творить, да? Не знаю, там, Грэмми получить, уж извините, что я об этом... Но, кстати, это вы не первый, кто сказал в эту нашу поездку. Угу. Вот, потому что, на самом деле, если говорить про наш тур, это у нас, вот Киров, у нас последний концерт в туре. Мы ездим уже с 21 ноября. А у потом нас... домой возвращаемся? Да, сейчас возвращаемся на домой. У нас несколько концертов там с оркестрами в нашем регионе, там вот в Кемеровской области два концерта с оркестрами. Вот. А так мы уже посетили Липецк, Тамбов, Тольятти, Набережные Челны. Мы играли концерт. Даже слетали в Махачкалу. Вот сейчас мы прилетели с Махачкалы, с Дагестана. Играли там концерт в филармонии. Как публика воспринимала? Да, вы знаете, очень хорошо, потому что мы играли, мы знали, куда мы едем, мы привозили несколько лезгинок туда. На баяне. На баяне. Вот так звучит на баяне. Я уверен, я не сомневаюсь. Да. Ну и вы знаете, на самом деле нас удивило то, что они умеют слушать музыку барокко. Мы играли очень много музыки барокко. Это очень тонкая музыка, которая... И мы приглушили свет. Там был очень такой необычный момент, когда мы репетировали, в филармонии отключили свет. Нарочно или так? Не знаем, что произошло. И Андрей сидел на сцене. И вот это ощущение, когда он заиграл Баха Сицилиану, я говорю: слушай, надо так и сделать. Нужно приглушить в зале свет. И пусть люди и нас только подзвучат немножко. Ой, в смысле, подсветить. Ну да, софиты, да, немножко вывести. Вот это ощущение создать вот это вот такого. И это было замечательно. Мы сами даже на сцене как-то подловили такой вот. Ну, не знаю, кайф, драйв, я не знаю, как еще такое. Ну, да, удовольствие получили от такой находки, да. С нашим оркестром уже познакомились? Познакомились с маэстро, с Александром Николаевичем. Мы имеем в виду оркестр русских народных инструментов имени Шаляпина. А маэстро — это Александр Чубаров, главный дирижер этого. Александр Николаевич, честно признаться, здесь находится. Он как-то скромно сегодня отсел в сторонку. Здесь такие звезды мировые. Скромно сел в стороне. Итак, давайте перейдем непосредственно к вашему выступлению. 9 декабря, 17:00, большой зал Вятской филармонии, 6+ ограничения. Что это будет за программа? Название мне понравилось. Двойное обаяние. Красиво сделано. Рассказывайте, да. Что тут двойное, Андрей, тут понятно, нас двое. Баяние, да, очень такое красивое слово, имеющее такое творческое начало, и непосредственно в этом слове есть слово баян, и поэтому как-то вот так у нас соединилось это, и нам кажется, очень, очень ярко и отражает суть этого концерта. Вот. Тем более, что концерт будет в двух отделениях, а два отделения будут достаточно разных. У нас есть такая концепция, которую мы развиваем с народными оркестрами. Первое отделение — это музыка оригинальная или серьезная музыка, достаточно академическая. Ну, например, мы будем играть современного композитора Наталью Хандо. Это очень интересная, очень необычная музыка, очень ритмичная, такая упругая. Ну, скажем так, в широком она таком... Распространения пока ее нету, но баянисты очень любят эту музыку. Она, кстати, приезжала к нам в Липецк специально на концерт. Чтобы послушать свои произведения в вашем исполнении. Да, то есть это был такой эксперимент у нас с ней, потому что мы ей предложили... Вообще, эта пьеса написана для соло-баяна с оркестром, с народным, и мы ей предложили сделать для двух баянов с оркестром. Сделали там еще одну партию, то есть и с ней это все обговаривали. И она в Липецк приехала с дирижером с Осиповского оркестра, с Виктором Кузовлевым. Вот, и где он сам дирижировал, они очень хорошо знакомы, очень дружат давно, и он играл ее музыку очень в первом отделении особенно, вот, играл ее музыку самую разную, написанную для народного оркестра, в частности, вот мы 8 восьмых играли, вот, на этом концерте, ну и вообще, в принципе, играем в первом отделении. Так, что еще попадет уже, если говорить о следующем отделении? Ну, можно еще немножко из первого отделения, будет музыка классики, будет глюк. Будет знаменитая мелодия из оперы «Орфей Евредика». И вы знаете, играя эту музыку с народным оркестром, она приобретает какое-то необычное, совершенно магическое свойство, качество. То есть мы сделали такую инструментовку, где вначале идет
как будто Орфей играет на своей арфе, как знаете, как слезы капают вот эти вот пицциката и флажолеты домровые и балалайшные. Звучит очень-очень интересно, очень проникновенно. А еще будет пьеса замечательного скрипача, очень известного Пабло Сарасате. Написана пьеса была для двух скрипок. Ну, практически все дуэты, которые бывают, да, то есть и дуэты скрипок, дуэты там балалайк или дуэты домр, все любят эту пьесу. Она очень яркая, очень светлая, лучезарная. Добавим немножко солнца в наш морозный зиму в нашу. В общем, вы ее тоже освоили. Да. Да. Ну да, да, и инструментовки, конечно, все, которые сделаны, они, как я говорил, как нас спрашивают, что за инструмент, почему они звучат как-то по-новому? Вот, и мы, что эти все инструментовки сделаны нами, мы их все перерабатывали очень много, многое время, потому что играли, что-то было, не звучало не очень, потом опять, то есть этот процесс был достаточно долгим. Вот. Ну а вообще вот этот вот проект СИБДО и оркестры народных инструментов, мы его развиваем. Вообще в том году у нас было три коллектива в ноябре, в декабре. В три этом... разных, из разных городов, да? Из разных городов. Это был Барнаул, Пермь и Магадан у нас было. Вот. В этом году уже больше. Вот. Но на следующий год мы планируем еще, то есть увеличить количество оркестров. И, конечно, на следующий год у нас немножко поменяется программа, особенно в первом отделении будет серьезная, вот как Андрей говорит, больше оригинальной музыки. К сожалению, в этот раз композитор, который писал для нас, Артем Нижник, у нас есть такой, который переехал с Донецка к нам в Россию, сейчас живет в Санкт-Петербурге. Это наш друг, невероятный просто человек. Вот. И он пишет для нас дивертисмент для двух баянов и народного оркестра. Но, к сожалению, в связи вот с его переездом и с различными трудностями он не смог дописать. То есть 90% где-то было написано, но музыка совершенно просто бомбовая такая. То есть, к следующему-то году. К следующему году обязательно, да. Он мне пишет до сих пор, ну что мы там... Вот. Но я думаю, что мы ее сделаем. Ну, давайте, чтобы некую такую черту подвести, в нескольких словах, что для вас вот в целом и в общем значит сотрудничество именно с народными оркестрами? Вы знаете, это... Насколько оно важно для вас, значимо для очень вас, важно. Как музыкантов, да? Очень важно для нас, потому что это, как я называю, это, наверное, если я могу так сказать высоко, может быть, определенная миссия для нас, потому что мы должны поддерживать своих коллег. Мы должны играть с народными оркестрами, это должно быть обязательно, давать новый репертуар, вот, но если хотите, могу сказать, возбуждать на творчество, да, чтобы у музыкантов горели глаза. Вот мы в Липецке, когда приехали, да, то есть было такое ощущение, когда они потом после концерта выходили, я им говорю, вы как будто нас энергии сносите со сцены, это действительно было так. То есть, когда загораются глаза у музыкантов, у маэстро, у дирижеров, это, ну, дорогого стоит. Мы вот, это одна из наших таких целей, когда мы играем с народными оркестрами. Вот. Ну и, конечно, чтобы и зритель был доволен, чтобы ему нравилось. Поэтому мы постараемся быть максимально искренними на сцене, да, отдавать себя. То есть, это... Александр Николаевич, насколько вас заводят, вдохновляют вот репетиции сейчас с ребятами? Я понимаю, что вы в сторонке немножко, но вот получаете удовольствие большое, ну, от работы? Да, я его начал получать год назад, когда только увидел. Музыканты рады? Оркестра безусловно, народного. Да. Безусловно. Ну что, 9 декабря, 9 большой декабря, зал, да, нашей Вятской филармонии. Двойное обаяние, судя по всему, будет супер интересно. Да, 6+. Мы прерываемся на небольшую паузу, затем продолжим нашу беседу. Культпоход. Продолжается программа «Культпоход». У нас в гостях Андрей Скальный, руководитель Вятской филармонии, дуэт баянистов СИБДО из города Новосибирска, Александр Сироткин и Андрей Битюцких. Андрей Борисович, мы еще хотим, да, сообщить нашим слушателям о последующих мероприятиях. На что вам хотелось бы обратить особое внимание? Декабрь месяц — это традиционно предновогодняя история. И если уж начинать с чего-то, то я бы, наверное, обратил внимание на то, что традиционно уже на протяжении многих лет Вятская филармония готовит и предложит нашим зрителям, слушателям, в основном, конечно, детской аудитории, мюзикл, который называется «История трех поросят на новый лад». На самом деле,
несколько лет назад мы для себя какую-то определенную форму подачи вот материала музыкального, театрального выбрали. Мы все-таки музыкальное учреждение. Нам сложно соревноваться и конкурировать с драматическим искусством, да, с нашими театральными коллективами. Поэтому мы в очередной раз делаем музыкальный мюзикл, который... Ну, базируется, если хотите, на Вятском симфоническом оркестре имени Раевского. И мы приглашаем к участию в этом мюзикле талантливых молодых людей, детей, наших солистов. Это будет музыкальная детская сказка. Традиционно у нас долгая, получается, новогодняя история в зале органной и камерной музыки. Я просто специально перед эфиром сегодня посчитал, сколько новогодних праздничных мероприятий филармония покажет нашему кировскому зрителю. Так вот, в органном зале пройдет музыкальная сказка «12 месяцев» 41 раз. И на площадке большого зала нашей филармонии вот 11 музыкальных представлений. Вот эта история о трех поросятках. О трех поросятах. То есть, ну, давайте, 41 плюс 11, 52. Возрастное ограничение есть там, Николай? Возрастное ограничение для трех поросят 0+. 0+. 0+. Ну, это детская история, да. Абсолютно детская. Ну и уж перейдем к взрослым мероприятиям. Я, конечно, с удовольствием приглашу на... встречу 12 декабря с нашим солистом, исполнителем, известным человеком в городе Константином Юдичевым. Это лауреат международных конкурсов, автор и исполнитель. Это большая, серьезная работа Кости. И мне бы хотелось, чтобы зритель пришел и посмотрел, как... Я ему говорю неоднократно в последнее время, что Костя растет. Костя растет и в творческом плане, и в музыкальном, и в артистическом. Поэтому мне бы хотелось, чтобы как можно больше зрителя посмотрело на нашего любимого исполнителя. 12 декабря, 18:00. Поэты и певцы ушедшего столетия. Песни из репертуара Булата Акуджава, Владимира Высоцкого, Леонида Утесова, Муслима Магомаева и Георга Оцис. Очень разнообразно. 6+. Да, очень, да. 6+. Да. Ну и поскольку все-таки праздник Новый год – это не только детский праздник, но и для взрослых, мы уже традиционно готовим программу, которую мы называем обычно «Новый год в кругу друзей». В этот раз, 21 декабря, в 18 часов, мы приглашаем на встречу с одним известным кировским музыкантом. Это Юрий Шевченко и его коллектив группа «Апрель». Я думаю, что эта программа будет интересна любителям эстрадной, скажем так, песни 80-х, 90-х, даже, может быть, в какой-то части 70-х. 70-х это некая такая песни, ностальгическая, да, программа. Очень, как всегда, энергичная, хорошей, заводная. Хорошей музыки, хорошего текста, поэзии. Концерт будет сопровождаться... хореографическими еще какие-то композиции. Шоу-балет. И, нам, да. Бы, да, и нам бы хотелось, чтобы этот вечер был не только в зале, но он продолжится и в фойе второго этажа после. То есть это большая предновогодняя программа, ну, вот для людей. Да? 6+. Мы любим радовать. Пускай люди придут и порадуются. Это будет интересно. 21 декабря, еще раз напоминаю, да, филармония, 18:00. Ну, давайте обратимся к нашим слушателям. Николай, предлагаю быстренько напомнить, что у нас сегодня в розыгрыше. Билеты, да, в драматический театр. 9 декабря, 18:00, клинический случай. 13 декабря, 18:00, мифы и легенды театральной Вятки. 16 и 12+, возрастное ограничение. В театре кукол в воскресенье 9 декабря в 11 часов. Принцесса, карамелька, 0+. Кинотеатр «Дружба». Любой фильм и любой сеанс также у нас. Пригласитель на двоих на очень крутую фотовыставку «Дикая природа России», совместный проект галереи «Прогресса» Кировской и журнала National Geographic России. Ограничение 0+. Книги от магазина «Читай город» Лев Берников, «Дерзкая империя», «Нравы, одежды и быт Петровской эпохи», Татьяна Мирная, «Записки учительницы», Ксения Букша, «Рамка». Эти и другие книги можно купить в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 или Ленина, 103А. Также у нас есть пригласительные на выставки, выставочный зал Вятского художественного
музей имени Васнецовых, Николай Жолобов «Восхождение к себе» и «Азбука Петра Фролова. Новая выставка». Обе выставки «Ноль плюс». Ну и сейчас вот те призы, благодаря которые у нас появились сегодня, в том числе благодаря нашим гостям. 9 декабря, 17.00, «Двойное обаяние» с участием дуэта баянистов Сибду и Вятского оркестра русских народных инструментов имени Шаляпина. 6+, еще раз напоминаем, возрастное ограничение. И 21 декабря эстрадный ансамбль «Апрель» под руководством Юрия Шевченко. Программа «Новый год в кругу друзей», ограничение 6+. Вот так что вот игра, такой у вас списочек. Игра стоит свеч. Да. Вопрос давайте слушателям зададим. Кто у нас? Ребята будут задавать первый вопрос. Андрей, Александр. Александр, задавайте. Ну, давайте, хорошо. Да. Мы тут подумали просто, какой вопрос задать. Все-таки так как мы играем на баяне, мы решили спросить. Сколько клавиш у баяна? Это был один из вариантов. Был один из вариантов, но все-таки наш инструмент достаточно сложный в конструкции. Угу. И спросить просто у зрителей из скольки слушателей. Деталей, да. Слушателей, да. Из скольки деталей состоит... Деталей? Да. Или деталей, частей, скажем так. Деталей. Нет, именно. Деталей, да? Ну, то есть каждый болтик, каждая да, кнопочка. Да, да. Вот. Да, ну и, конечно, дадим, наверное, варианты. Варианты, ответа. Конечно, да. Дать лучше. Тут... То есть состоит из 500, 2500 или 12 тысяч. О, 500, 2500 или 12 тысяч деталей. Я себе представил такое соревнование по полной сборке и разборке баяна. Так представь, 2500 деталей там, или 12 тысяч деталей. Да. И опять на место все. Хорошо, ждем. Пару месяцев соревнований. Ждем ответов. Я думаю, что мы хорошо подогрели интерес, в том числе к вашему выступлению. Вот уже звонок есть. 211-101. Вы в прямом эфире. Добрый день. Как вас зовут? Здравствуйте, Александр. Александр, ну, ваш ответ. Две попытки, мы напоминаем, даем. Не расслышали? Так не было такого варианта? Было 500? 2,5. 2,5 тысячи. 2,5? Неправильный. Вот, уважаемые баянисты говорят, что нет, неверно вы отвечаете. Осталось два варианта. Да, и одна попытка. 500. Увы, вы не угадали. Да, тот веселый случай, когда следующий позвонивший, если он запомнил правильное число, мы его больше не называем, может стать победителем. 211-101. Вот два выстрела сейчас в небо было. Так, ну... Неужели из такого количества деталей состоит баян? А, кстати, да, несколько слов... Недоверие, да? Да, несколько слов... Реально недоверие, да, несколько слов... представить такое количество деталей. Не могу не поинтересоваться. Несколько слов об инструментах, на которых вы сейчас играете. Что это? Откуда они? Спецзаказы. Необычные какие-то. Наверняка инструменты. Ну, в этом году, да, у нас был такой достаточно серьезный шаг. Вообще для любого музыканта это приобретение нового инструмента. И они мастеровые у нас. Ну, двух новых инструментов. Да, двух. Естественно, да, потому что по отдельности... На тех инструментах мы играли больше 10 лет, которые у нас были до этого. Вот. А эти инструменты фабрики «Юпитер». Юпитер? Московская фабрика, да. Это наши отечественные инструменты. Конечно, конечно. Но они считаются одними из лучших. Вообще, угу. Они считаются лучшими вообще. Где должны делаться лучшие баяны, если не в России? Вот. Поэтому да. То есть и в этом году мы приобрели, это был большой шаг. Сколько по секрету, скажите, стоит профессиональный концертный баян? Ну, хотя бы порядок. Давайте, скажем, от и до. Ну, да. Давайте. А, сейчас где-то, наверное, от 800 тысяч до, ну, там, 1,5-2 миллиона. Ничего себе. То есть средний миллион с чем-то, да, у нас хорошо? 1,2 миллиона сам. Сейчас нам скажут, сколько там запчастей, мы узнаем, сколько стоит каждая из них. У нас есть позвонившие, которые желают отличиться. Да, вы в эфире, добрый день, как вас зовут? Здравствуйте, Светлана. Да, мы вас узнали, наша постоянная слушательница. Мой ответ 12 тысяч. Так не было такого варианта-то? Был. А третий-то вариант какой у вас был? Мне 12,5 послушал. Нет, 12,5, 12 ровно. Хорошо, хотел вас смутить, запутать. Ладно. Это действительно правильный ответ. У вас просто других вариантов, Светлана, не было. Ну что, пойдете на выступление ребят и нашего оркестра русских народных инструментов? Апрель. Я пойду апрель. А, вы на апрель пойдете. Ну так что ж. Да, апрель, филармония. Апрель, филармония, да. 21 декабря, 18.06 плюс. Ага, спасибо. Ваше право, да. У нас еще будет 13 минут культпохода, но это уже после рекламы, 1,5 минуты мы делаем паузу. Культпоход. Мы снова в эфире. Это программа «Культпоход». Сейчас напомним, кто у нас в гостях. У нас в гостях Андрей Борисович Скальный, директор Вятской филармонии. И наши гости из города Новосибирска, знаменитый дуэт баянистов Сибду, Александр Сироткин, Андрей Битюцких. Да, в Кирове будет последний в рамках этого тура концерт. Александр и Андрей, они возвращаются домой, в Новосибирск. 9 Новый декабря. Новый год хоть дома будете встречать уже, да? Конечно. А как у вас там корпоративы какие-то новогодние? Нет, не принято? Не грешите этим?
Да, мы перестали. Перестали. Я просто представляю, что ребята, у которых баяны столько стоят, сколько же стоит корпоратив с их участием. Ну, я понимаю, так что вы тоже можете быть востребованы, безусловно, в этой волне, во всей новогодней, да. Ладно, продолжаем. Следующий вопрос хотелось бы нашим слушателям озвучить. Кто у нас? Андрей будет задавать? Давайте. Андрей, внимание, 211-101. Название нашего коллектива «Сиб Дуо». Ну, «Дуо» тут понятно, по-итальянски «два». А как переводится «Сиб»? Что спрятано в этом названии? «Сиб»? Да. «Сиб Дуо». Да. А с новосибирском никакой связи? Отчасти да, но я-то думал, совсем. Что это с новосибирском, к новосибирскому именно привёз. Да. Ну вот. Да. Ну вот бы хотелось послушать полный варианты, ответ, так скажем. Да. «Сиб Дуо». Ну вот. А, кстати, да, у нас же есть возможность. Есть возможность у нас послушать, ребят, мы принесли, да, ведь мы что-то на электронном носителе. Я его спрашиваю нашего звукорежиссера Максима. Максим, ничего не было? Ничего не передавали? Что? Три песни только. Три песни. Вы что-нибудь приносили с собой? Вообще-то приносили. Приносили ведь, ну, а можем сейчас послушать, вот что исполняем, да? Можно было бы с камерным оркестром. Александр и Андрей, давайте послушаем. Немножко мы послушаем, буквально минуту мы, я говорю нашим редакторам. Да, если вы висите сейчас на линии, вот просим немножко подождать. Ну, все-таки музыканты у нас в студии. Давайте хотя бы услышим. Да. Пожалуйста. Спасибо. Это где запись была сделана? Ну, это один из концертов в Санкт-Петербургской политехническом институте. Вот чувствуется хорошая акустика, слышно да, там. Да, и прям. Вот, кстати, там в сочетании с баяном, вот Андрей играет соло, а я играю на шейкерах. Угу. У нас есть такие произведения, угу. Да, есть несколько пьес, где мы используем другие музыкальные инструменты, в частности, и кавказский барабан, и шейкеры, и вот Андрей играет на пианике в сольных концертах, когда мы выступаем. Как вот. Раз это все будет, на самом деле, на некоторые, концерте. Да, 9 декабря, филармония. На концерте такое, что будет, да, будет... Во втором отделении точно будет жарко. Ага, 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 хорошо. Это надо слышать обязательно. Что, вернемся к нашему названию. СИБДО, есть вариант, наверное, наших слушателей. Добрый день. Добрый день. Так, как вас зовут? Меня зовут Алексей. Алексей, как вы думаете, что значит слово СИБ в названии дуэта СИБДО? Ну, я так предполагаю, СИБ это раз с Новосибирска у нас дуэт, наверное, что с Сибирью связано. Сибирский дуэт. То есть вариант Сибирь. Ну, мы вот об этом как раз говорили. Да. Но, наверное, есть что-то Андрей еще. Сказал, это что половина, да. Половина, это половина. Да. Давайте подумаем еще. Половину призов мы же вам половину не можем билета вручить. А вручим, а что же делать? Отрежем? Ну, давайте вместе подумаем. Андрей, Александр, подскажите еще. А я вам сейчас подскажу. Вот так. Да. Так, это, видимо, аббревиатурка какая-то, да, там просто? Ну, да, то есть мы... Как мы говорим, дуэт рожден в Сибири, это понятно, а вот именно в СИБ еще есть зашифровка небольшая. Да, вот смотрите, Алексей, да, вот внимательно. Сибирская магистраль. Не-не-не, смотрите, мы сейчас акцентируем внимание, Николай сейчас акцентирует внимание. Просто мы говорим о дуэте, в котором состоят Александр Сироткин и Андрей Битюцких, вот подумайте еще немножко. Сироткин и Битюцких. Сочетание фамилий. Ну, конечно, есть. Союзом И соединенное, да. Подсказали сами. Ну вот теперь все ясно. Теперь как совпало. Теперь запомните на века, что называется. Вот это, видимо, долгая жизнь этому дуэту предстоит. Ну что ж. Да, Алексей, что выбираете? Мы настаиваем, чтобы вы на выступление пошли. Конечно, я, собственно, из этого и позвонил. Вот, наконец-то, да. Не кладите трубочку, наш редактор вам объяснит, как вы попадете 9 декабря на концерт «Двойное обаяние». С участием того самого
дуэта, о котором вы сейчас только нам рассказали. И Вятского оркестра русских народных инструментов имени Шаляпина, да. Андрей Борисович, вы приготовили вопрос? Вопрос у него всегда есть. Ну, у меня есть вопрос. Я уже сегодня упоминал о том, что Вятская филармония проходит несколько, ну, если точнее, 7 сезонов новогодние сказки, мюзиклы для, ну, не только для детей, скажем, в формате симфонический оркестр плюс действие на сцене, скажем так. 7 лет назад первая новогодняя история, которую мы показали кировскому вятскому зрителю, это были новогодние приключения Маши и Вити. У меня простой вопрос. Кто автор музыки этого мюзикла? Угу. Кто Машу и Витю написал? Совершенно верно. Так. 211-101, остается совсем немного времени, 4 минуты буквально до завершения культпохода. Много у нас еще чего не разыграно, и театры, и книги, и выставки, и так далее. Маша и Витя, ну классика. Пусть думают. Мы не будем за них думать. Да. Если поговорить о планах дуэта, как раз пока нам дозваниваются, Сибдуо, вы пока отдыхаете, очередной тур, когда? Ну, помимо концертной деятельности, мы еще преподаем. У нас есть студенты, мы работаем. Преподаете где? В музыкальном колледже в Новосибирске. А вот пока вы на гастролях? Ну, у нас уже выработанная такая система. У вас отпуск, видимо, какой-то академический. Как бы да, но они находятся постоянно в тонусе, наши студенты. То есть они сейчас век... Современные технологии нам помогают. Они записывают видео, мы с ними работаем, если уезжаем в большие туры, то есть они постоянно в тонусе. Ну, вот они недавно, то есть нас нет, они стали лауреатами международного конкурса. То есть ездили, мы их постоянно консультируем по видео, если уезжаем надолго. Ну, надо то есть когда вы уезжаете надолго, они становятся лауреатами? Когда мы приезжаем, они побеждают. Ну, надо понимать, вы такой блестящий весьма, да, очень огромный пример и огромный стимул, да, даете тем самым для своих воспитанников заниматься. Да, это на самом деле непросто для нас, потому что это и отъезды и так далее. То есть это, ну, вообще работа с детьми, это, конечно, затраты невероятные. А дети какого возраста у вас? Колледж-то уже все-таки не совсем уже дети. Нет, у нас есть дети, которые занимаются еще в школе. У нас были, начинали в 10 лет ребята учили, сейчас им уже побольше, 12-13 лет. Так. И студенты уже до 20. Там. В общем, они вас ждут. Да, сейчас мы приезжаем, они будут сдавать экзамены, ездили на конкурсы сейчас и так далее. Но вообще у нас, как бы, мы сейчас заканчиваем на 17 числа последний концерт. Там в нашем, недалеко от нашего, от нашей области, в Кемеровской области, мы играем концерт с оркестром. А потом у нас январь, мы всегда оставляем для себя свободный. Подготовка и с новыми программами. И с февраля месяца мы начинаем опять туры. То есть у нас будет и Калининград, и Литва, и очень много концертов в Белоруссии, концерты. Вот, и поэтому... В общем, снова в дороге. Да, в дороге. Достаточно много будет. Так, принимаем звонок. Алло, добрый день, вы в эфире, как вас зовут? Алло, здравствуйте, меня зовут Светлана. Это, наверное, Геннадий Гладков написал. Абсолютно правильно. Геннадий Гладков, наш великий советский. Советский. Советский, да. Абсолютно правильно. Композитор. Что вы выбираете в качестве приза? А можно на 13 декабря в театр? 13 декабря. Вы имеете в виду торжественное открытие года театра «Мифы и легенды театральной Вятки». Да, 12+. Это конечно, когда, можно. Это когда три наших кировских театра соберутся вместе. И что-то того, сделают, чтобы... о чем никто нам не говорит. Не говорили. Вот мы пытались здесь... Мы пытали все театры, все театры молчат. Мы готовим, но что не скажем. Да. Пожалуйста, не кладите трубку. Да, возрастное ограничение у этого праздника 12+. Ну что, рок-н-ролльчик еще успеем? Да нет, я думаю, лучше песенку споем. Песенку давайте споем. Песенку споем, да. Мы имеем в виду про гражданскую авиацию? Конечно. Да, просто мы... гражданской авиации сегодня. Да. И мы вместе со слушателями, всем таким огромным коллективом с удовольствием споем час про назад. Летчиков, про небо, вот. Просто про я вспомнил, что сегодня Международный день гражданской авиации, а у нас со слушателями принято не только им вопросы задавать, но еще и творческие задания. Вот в честь этого дня позвоните нам и что-нибудь исполните, куплетик или, может быть, припев, что-то такое, посвященное самолетам, небу и так далее. Что мы там исполняли в первом-то часе? Не считая того, что мы с тобой еще тут успели наисполнять, не дожидая звонков. Добрый день. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Александр, что будем петь? Александр, третья попытка у вас до сегодня? Да, третья попытка. Ну, я надеюсь, успешная. Ну, давайте. Какую шоу будем исполнять? Вы нас предупредите, мы подпоем. Исполняем. Да. Стюардесса по имени Жанна. Обожаю, Марты и Желанна,
Ангел мой неземной, ты повсюду за мной. Стюардесса по имени Жанна. О-о! Отлично! Спасибо. Вот ну что, третья попытка у вас была гораздо более удачная. Я думаю, приз, мы сейчас вас переключим на нашего редактора, потому что времени уже немного, и вы выберете с ним вместе приз, который вы получите. Итак, еще раз повторяем даты тех концертов в Вятской филармонии, о которых мы сегодня говорим. 9 декабря, 17:00, двойное обаяние, Сибдо, дуэт и Вятский оркестр русских народных инструментов имени Шаляпина, 6+. 12 декабря Константин Юдичев, вокал-гитара, поэты и певцы ушедшего столетия. Андрей Сандалов, фортепиано. 6+. 6+. И про апрель мы еще говорили. Да, да? Апрель у нас выступает 21 декабря. Эстрадный ансамбль «Апрель». Вот у меня уже куда-то афишка убежала. Но мы уже практически все сказали. Апрель, Новый год, вот в кругу апрель, друзей. Новый год, кругу друзей. Но после концерта танцевальные программы еще. Ну и начиная с 30 декабря. 11 представлений, 11, история 3% на новогодний лад, мюзикл. Не 11, 41, по-моему. Нет, это всего 41. А, всего 41. Мы говорим мюзикл, еще про зал органной музыки. Органной музыки там будет. 20 декабря. О, там еще раньше. Вот там будет очень много. Спасибо большое. Всем успехов творческих и не только. До свидания. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Культ поход.